Всем привет! Я рада приветствовать вас на канале MeloOpt, и сегодня хочу показать вам пластиковую форму орхидея. Ее поставщик Россия. Эта форма очень фигурная, красивая. Если вы проявите свою фантазию и сделаете мыло не однотонным, а различными цветами, то это мыло будет очень красивым. Я вам покажу эту формочку более детально. Вот такая вот она. Если разноцветными красителями прокрасите различные даже вот эти прожилочки, то цветочек будет действительно как настоящим. Очень красиво. Эту формочку можно применять как в мыловарении, так и, например, плитку для массажа масляную. Будет и красиво смотреться, и в то же время увлажнять вашу кожу. Можно также применять даже как мороженое порционное, например, подавать гостям. Тоже будет смотреться оригинально. Эта формочка плотная, она термостойкая. Можно заливать туда горячую мыльную основу, она не расплавится. Она эластичная. Не переживайте, что там нет никаких надрезов, потому что все равно мыло очень легко доставать. Достаточно просто взять, постучать по краям, отодвинуть края, постучать по самой формочке, и мыло легко выпадет. То есть доставать ее очень легко. Она не трескается при падении, ее легко мыть, она не будет у вас ни плавиться, ни портиться, это долговечная форма. Ее можно применять не только, допустим, в мыле, ну, при желании можно даже и свечу, просто добавить маленький фитилек, и тоже будет смотреться довольно-таки интересно. Можно также желе, при желании также можно взять косметический лед, просто потом замораживать его заново и все. Будет очень интересно смотреться, оригинально. Еще раз я покажу, какая она пластичная. Хорошо она сгибается по краям. Спасибо, что заглянули на мой канал. Не забывайте ставить пальчик вверх, подписываться. В прошлый раз я показывала вам перламутр сухой золотой. Вы сможете увидеть ссылочку под этим видео. Ставьте пальчики вверх, подписывайтесь. До новых встреч!